друзья и гости канала «Успеть за одни сутки». С вами снова Людмила. И сегодня мы вам покажем и расскажем о том, как мы привели в порядок хотя бы половину теплицы в этом году. Значит, напомню, что наша теплица по ширине 3,30, по длине 5,30. Давайте посмотрим, что у нас получилось. А получилось у нас вот что. Именно так 15 лет назад выглядела наша теплица. На кирпиче в фундаменте. Беленькая, красивенькая, под поликарбонатом новым. И что с ней случилось? Ну, те, кто на канале давно, те уже знают, какая беда у нас приключилась. Случилась эта беда вот такая из-за серных шашек. Я решила продезинфицировать. Сера вступила в реакцию с металлопрофилем. Уголком разъела краску, хотя на самом деле изначально теплица была сделана по всем правилам, прогрунтована, окрашена и выглядела действительно вот такой белой и красивой. А получилась вот такая. Ну, мы смогли привести половину теплицы в порядок. В планах у нас это было сделать еще с весны, но с известной ситуацией не получилось. Потом здесь поселились растения. И вот получилось, что мы смогли это сделать только осенью. Итак, посмотрите, как это было у нас. Продолжаются попытки привести теплицу в порядок. Саша снял угол вот этот у теплицы. И теперь задача привести его в порядок. Хотя бы его за эти выходные. Это верх крыши большой теплицы. Каким-то, я не знаю, акробатическим чудом нам удалось снять один кусок поликарбоната. Я ползла по крыше сверху. Саша вот там держал мои ноги, чтобы я не скатилась туда вниз. Я как более легкий элемент нашей семьи была наверху и работала шуруповертом. Слава богу, все шурупы выкрутились. Вот сейчас мы это все защищаем металлическими вот такими щетками, вот такими шпателем. И, в общем, в ход идет все. Сейчас нам нужно вот эту ржавчину. Болгарками пока еще не работали. Вот сейчас нам нужно зачистить всю вот эту ржавчину. Все, что отслаивается, отскакивает, отшелушивается, отходит. Все это зачистить, потом будем обезжиривать. Покрасили, где нет, но движемся. Верх почти готов. Устали. Пошли попили чайку. Лео, ты пришел помогать? Ты сейчас весь в краске будешь, Леонардо. Зайка, иди домой, выводи формулы там. А то здесь краска. Сейчас лапки в краске все будут. Да, видишь, здесь краска. И плохо пахнет здесь, Лео. Уходи. Иди, иди домой, зайка, иди. Ну вот, прошла неделя, мы снова на даче. Здесь все так же, ничего не изменилось. Никто ничего не пришел, не сделал. От чего уехали, к тому и приехали. Поэтому продолжаем работы. Саша там сейчас будет снимать листы дальше.
по этой же стороне теплицы. То есть нам хотелось бы в этом году вот половину теплицы вот это сделать. Вот они, баклажаны. Немножко такие обалдевшие. Говорят, ничего не поняли. Росли в теплице. И вдруг холодно, как в открытом грунте. Мы выработали всю краску в прошлый раз. Мы съездили с Сашей в Леруа Мерлен. Прикупили еще две банки этой краски, потому что поняли, что одной может не хватить. И получится так, что мы все разберем, и краски не хватит на какой-то кусок. Поэтому взяли с запасом две банки. Ехали сегодня в Леруа Мерлен. Докупили еще краски для теплицы. Две упаковки. Купили обезжириватель. Ну, white spirit. И еще нам нужны вот эти саморезы с мягкой шайбой. Короче говоря, красочка по 1000 с лишним каждая. Ну, та же самая наша вот эта по ржавчине. Три в одном дали. Вон Саша там на вес вот эти саморезы покупает. Ну вот, ломать не строить. Разбирается быстро, собирать будет долго. О, ржавье какое. Бедная тепличка, как долго она этого ждала. Ничего, мы тебя сделаем красивой. Вот такой вот. Под поликарбонатом была. И во многих местах она прям разъедает. Дырки получаются. Ну, не дырки сквозные, но выедает ржавчина. Вот прям как оспы. Так, ржавчина зачищена со всех сторон. Там, где мы сняли поликарбонат, это вот та часть большая. И на крыше это большая часть. Ну, сейчас нужно будет грунтовать. Я вся такая вот красивая, в праздничных одеждах. Прошли сутки после того, как мы выкрасили теплицу. Все замечательно высохло. Вот весь верх, все фермы, все. И сейчас наша задача состоит в том, чтобы вот этот поликарбонат, который мы снимали в последнюю очередь, он тоже ржавый, его нужно помыть, почистить и вернуть на место. Итак, сейчас наступает ответственный момент, час X, что называется. Будем собирать крышу со середины, так будет удобней. Саша будет подавать мне снизу этот лист поликарбоната, он широкий. Нужно будет поймать вот здесь вот в этих отверстиях, закусить немножко. И там внизу средний лист мы уже закрепили. Теперь будем с этого края. Конечно, когда снимаю, непонятно, наверное, о чем идет речь. Как теперь это смотрится изнутри? Уголочек уже вот как. Крыша есть. Дверь есть. И сейчас вот этот вот уголочек делается. Вот. Итак, у нас продолжаются работы по закрытию вот этой части теплицы. Вчера нас с улицы прогнал дождь и не дал работать дальше, поэтому завершать будем сегодня. Вот осталось
накрыть вот эти три секции. Раз, раз, два, три. Это один лист у нас большой. И потом пойдут боковушки. Остался фасад и одна боковушка. Вот это называется последний шуруп. Последний саморез. Ну, в этом году, да. Во, отлично. Кстати, скамейку мы тоже отреставрировали. И теперь она вот такая красивая. Итак, друзья и гости канала, делайте выводы, всем ли можно дезинфицировать теплицы серными шашками. Если видео вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал «Успеть за одни сутки».